Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Укрепление законодательного фундамента для построения сильного государства. Депутаты Нижней палаты парламента в рамках 10-й сессии рассмотрели целый ряд законопроектов. Услышать каждого и оказать содействие в решении вопросов. Глава Новополоцка провел личный прием граждан. Вакцинация против гриппа в самом разгаре. Вакцины на выбор доступны в учреждениях здравоохранения Новополоцка. Ежегодно с началом эпидемического сезона заболеваемость респираторными инфекциями и гриппом в городе Новополоцке проводится прививочная кампания по вакцинации. Перейдем к подробностям. Совершенствование белорусского законодательства и решения, которые обеспечат прочный фундамент для развития общества и государства. Сегодня Нижняя палата парламента продолжила рассмотрение законопроектов в рамках 10-й сессии. На повестке больше десятка вопросов, в числе которых ратификация ряда соглашений и протоколов. Внимание депутатов в овальном зале было приковано к вопросам защиты детства и семейных ценностей, страховой деятельности и не только. В первом чтении принят законопроект об изменении кодексов. В рамках документа рассмотрены меры профилактики преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Новации устанавливают превентивный надзор за теми, кто судим за преступления в отношении малолетних, а также принудительное лечение педофилов. Ожидаемым для многих был и законопроект об ответственном обращении с животными. Документ вносит правки и меры обращения с животными, продвигая гуманное отношение и повышая ответственность владельцев. Если мы сможем решить эту главную фундаментальную задачу, то и не потребуется нам выделение дополнительных бюджетных средств на содержание безнадзорных животных, на постройку новых приютов или увеличение средств на отлов безнадзорных животных, дополнительное лечение или вакцинацию от бешенства безнадзорных. Поэтому весь закон, большая часть закона построена на том, чтобы выстроить вот эту систему по повышению и контролю за ответственным обращением по отношению к животным со стороны их владельцев. В первом чтении приняты законопроекты, корректирующие работу органов прокуратуры, торгово-промышленной палаты, религиозных организаций. В частности, проектом закона предлагается внести запрет на использование в местах, предназначенных для богослужений, любой символики, а также литературы и изображений, которые пропагандируют войну и призывают к расовой вражде. Ожидаемым для гражданского общества стал законопроект о комплексной корректировке гражданского законодательства. Он принят во втором чтении. Новшества регулируют вопросы регистрации и ликвидации юрлиц, а также изменяются подходы в получении согласия законных представителей на совершение сделок несовершеннолетними. Законопроект также вносит изменения в статьи, регламентирующие наследование, корректируя вопросы, которые ранее возникали в нотариальной практике. До конца 2023 года все законы будут приведены в соответствие с новой Конституцией. Такая задача перед парламентариями и поставлена главой государства. При этом не остается в стороне и другая не менее весомая часть работы депутатского корпуса – работа с людьми. Вот и сегодня Совет Республики провел прямые телефонные линии с населением, подключились десятки сенаторов во всех регионах. В это время в Новополоцке к сенатору и главе города можно было обратиться лично. Председатель Новополоцкого горисполкома провел прием граждан. Традиционно раз в месяц по предварительной записи любой желающий может обратиться с волнующими вопросами, и люди этой возможностью активно пользуются. Нынешний личный прием – не исключение. Темы обращений разного масштаба и содержания. От консультаций по налоговому законодательству до благоустройства городских территорий в конкретных районах. Сегодня вопросы касались освобождения от уплаты транспортного сбора, вопросы оказания содействия в получении лечения соответствующего. Ну и очень там порадовала инициатива наших земляков, наших жителей города по наведению порядка на территории, покрытой лесом, в районе завода «Измеритель», территории, прилегающие с Настим дополнительными контейнерами для сбора мусора, информационными стендами. Я думаю, что эта встреча тоже даст свои плоды и позволит нам уже в такой долгосрочной перспективе поддерживать порядок на этой территории.
Ключевая задача, поставленная президентом всей вертикали власти, людей надо слушать и слышать, действовать, помогать белорусам в поиске решений по всем темам. И такие приемы – прекрасная для этого возможность. Кроме того, личные встречи с населением – яркий маркер работы на местах. Как правило, благодаря диалогу глаза в глаза на проблемы людей удается взглянуть под разным углом. При привлечении профильных специалистов повысить эффективность и оперативность решения возникающих вопросов. Ключевое во всей этой работе то, что каждое обращение белоруса за помощью в стране сегодня не остается без внимания. Люди были и остаются в центре социально ориентированного государства. Отсюда столько внимания не только поддержки, но и безопасности, особенно когда речь идет о рабочих местах. Вместе с тем цифры статистики пока не внушают оптимизма. 49 фактов производственного травматизма на территории Витебской области только за первый квартал. При этом, к сожалению, в статистике нынешнего периода зафиксирована и гибель одного работника. Чтобы предупредить работодателей и самих работников, в эти дни на Витебщине проходит месячник по безопасности в реальном секторе экономики. Вплоть до 27 октября мобильные группы по всему региону будут проверять созданные на предприятиях и в организациях условия для безопасного труда. Специалисты профильных ведомств в составе мониторинговой группы прежде всего обращают внимание на обеспеченность сотрудников и рабочих средствами индивидуальной защиты, прохождение плановых медосмотров, информированность трудовых коллективов об охране труда и технике безопасности. В Новополоцке на сегодняшний день соответствующие нормы и требования проверили в 6 организациях и предприятиях. Смысл работы мобильной группы не привлечение, а именно направлено на устранение замечаний. И как бы в функции мобильной группы не входит привлечение к ответственности. Здесь определенные административные ресурсы уже тогда принимаются, если где-то не устранение. Эта организация тогда попадает в перечень организаций, подлежащих проверке, и тогда уже по результатам проверки можно привлекать к ответственности. И здесь, как в любом, что касается здоровья, предупредить легче, чем лечить. Своевременный профосмотр и осознанная защита от сезонных заболеваний – в этом и есть ответственность каждого за свое здоровье. В эти дни в стране дан старт кампании по вакцинации против гриппа. Сегодня во всех регионах республики наблюдается небольшой рост заболеваемости, в связи с чем медики напоминают о важности вакцинации в этот период. Чтобы создать необходимый коллективный иммунитет, необходимо привить не менее 40% населения и 75% людей из так называемых групп риска. В первую очередь важна вакцинация для групп риска с высоким заражением и с риском неблагоприятных последствий. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, дети и взрослые с хроническими заболеваниями, беременные женщины, лица в возрасте 65 лет и старше, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием. Для проведения вакцинации гражданам предоставляется 3 вакцины на выбор. На бесплатной основе – гриппозная вакцина российского производства. На платной основе – ваксигрипп тетра французского и инфлювак тетра швейцарского производства. Вакцина – это самый лучший способ защиты от любых инфекций. Так как грипп имеет сезонный характер, и циркулирующие штаммы меняются ежегодно, поэтому нам и рекомендуется ежегодно прививаться от гриппа. Вакцина содержит все штаммы, которые, вероятнее, будут циркулировать в этом году. Попадая в организм, вакцина стимулирует на выработку антител нашего организма, и которые нас в будущем будут защищать. Они защищают нас от 6 месяцев до 12. В Новополоцке пройти вакцинацию против гриппа можно на базе прививочных кабинетов учреждений здравоохранения города. Сегодня медики готовы к наплыву желающих. Вакцинация от гриппа проходит в поликлиниках города Новополоцка в 1 и в 4, также в амбулатории Боровухи. Что касается первой поликлиники, здесь можно привиться с 9 утра до 7 вечера после осмотра доктора. Главное, на что обращают внимание специалисты, людям, имеющим аллергическую реакцию на вакцину в прошлом или куриный белок, у которых имеются хронические заболевания в стадии обострения и острые инфекционные заболевания, прививаться следует спустя 2 или 3 недели после выздоровления или ухода в ремиссию. В свою очередь, в прививочных кабинетах Новополоцка уже немалое количество тех, кто решил себя обезопасить. Что интересно, многие новополочане предпочитают прививаться
заражаться сразу двумя вакцинами – от гриппа и коронавируса. Своего рода полезный тренд среди населения. Вы уже прививались от гриппа? Да, прививался. И почему вы считаете, что прививаться – это важно? Ну, потому что это берегает здоровье. Решил сразу сделать две прививки, чтобы не ходить лишний раз сюда. Живем в деревне, ездить туда-сюда смысла нету. Ну и в прошлом году так делал, результат понравился, поэтому решили повторить. Ну, я делаю каждый год и от гриппа, и от ковида. Ну, нормально себя чувствую после прививок. Ну, делала и буду делать, чтобы только быть здоровой. Каждый в ответе сам за себя, каждого, это и каждого решение. Поэтому ну, я так решила, что мне нужно. Сегодня, учитывая традиционный подъем заболеваемости, ОРВИ следует помнить золотое правило. Чем больше граждан пройдут вакцинацию, тем быстрее сформируется коллективный иммунитет. Главное, о чем напоминают специалисты, в осенне-зимний период, помимо вакцинации, стоит соблюдать еще и простые меры профилактики вирусных инфекций. Банальная гигиена рук, респираторный этикет и социальное дистанцирование как минимум уберегут от тяжелого течения вирусных инфекций и гриппа. Сохранение исторического наследия – одна из ключевых задач нынешнего поколения белорусов. Передавать летописные страницы истории нашего государства не только в событиях, памятниках, архитектуре и артефактах, но и в личностях. Так, к примеру, на Полычине вот уже более 35 лет работает музей-квартира Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Женщина медицинского работника, которая в 1941 году попала в самое жерло Великой Отечественной войны. За первые 8 месяцев кровопролитных боев она вынесла с поля боя 123 раненых солдата и офицера. А в 1943 году потеряла из-за полученных ранений руки и ноги. Но, несмотря ни на что, продолжала бороться с нацистскими захватчиками. Зинаида Туснолобова-Марченко – почетный гражданин древнего города Полоцка. Ее имя носит городская улица и местный медицинский колледж. Место захоронения именитой палачанки также находится в древнейшем городе Беларуси. В нынешнем году здесь провели масштабную работу по благоустройству памятника Зинаиды Михайловны и прилегающей территории. Установили ограду, вазы и не только. Убрали засохшую листву и ветки. Инициатором реконструкции стал генеральный директор Белтопгаза Алексей Кушнаренко. В организации на протяжении многих лет трудился и сын Зинаиды Туснолобовой-Марченко Владимир. Сегодня, присутствуя на памятном митинге своей матери, он не может сдержать эмоции. Очень-очень приятно, очень волнительно, вот, что в нашей республике не забывают о ветеранах Великой Отечественной войны, чтят их память, подвиг, а также поблагодарить руководство Витебского облсполкома, Полоцкого райисполкома, которые во всем способствовали данному мероприятию. Важно то, что уже, в принципе, выросло не одно поколение, которое выросли под мирным небом и без войны. И понимать в этом бурлящем мире, насколько хрупок этот мир и как важно защищать этот мир, чтобы страна была крепкая, сильная. Это очень важно для молодых людей понимать. Очень хорошо, что сегодня много молодежи было на этом мероприятии. Уверен, что и Зинаида Михайловна не думала, что она совершает подвиг. Она просто делала то, что считала правильно делать. После того, как сложный жизненный путь, сложная ситуация, в которую она попала, она не потеряла силы духа. Она своей жизнью дальше просто воодушевляла и воинов на победу нашей советской армии, и трудовые подвиги наших предков, которые практически в послевоенные годы очень быстро восстановили страну. В память о матери и в целом своей семьи по ее линии Владимир Марченко написал книгу «История поколений». Работа над ее созданием заняла порядка 3 лет. В содержании факты из архивов Полоцка, Витебска и Минска, которые рассказывают не только о жизненном пути Зинаиды Туснолобовой-Марченко, но и о судьбе ее родных и близких людей.
У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам из телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Дмитрий Бондарович. Добрый вечер. На Сипольском полигоне проходит научно-практическая конференция по актуальным вопросам автоматизации управления подразделениями в условиях активного применения беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними. На форуме рассматриваются вопросы организации действий общевойсковых разведывательных подразделений в условиях современного боя. Особое внимание уделено корректировке огня артиллерии с помощью дронов. Военнослужащие десантно-штурмовой бригады совершили прыжки с парашютом в ночных условиях с оружием. Доставку голубых беретов осуществлял самолет Ил-76МД. Выход из борта воздушного корабля такого типа считается наиболее сложным из-за высокой скорости полета. Ранее все десантники уже выполняли подобные прыжки с вертолетов. В военном ведомстве прошла встреча генерального прокурора с руководящим составом Министерства обороны. Андрей Швед проинформировал о ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Фактически ежедневно специалисты получают новые данные об уничтожении мирных жителей и военнопленных. Смотрите нас в эфире телеканала «Звезда». В минуты спокойствия. Мгновение радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей. Знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы едины, мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.